Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Lost Planet 3. Мы находимся на военной базе, сюда мы пошли, чтобы в очередной раз втереться в доверие к местным, к аборигенам, которые нашли нас, спасли, откормили и вылечили, но в итоге все еще не доверяют нам, поэтому эта база с, собственно, складом оружия, это то, что мы сейчас зачищаем. Ну, я думаю, честно говоря, что основную работу мы сделали в предыдущей серии, но... посмотрим. В принципе, пока что все идет по плану. Причем желательно все это делать побыстрее, потому что твари здесь реально очень много. Выход. Но мне показалось, что сзади кто-то идет. То есть на местных базах все очень плохо. Такое ощущение, что вот эти новые акриды, они как специально эволюционировали, чтобы убивать людей, потому что твари приотвратные и прекрасно знают физиологию человека. То есть лупят по голове и по верхней части туловища своими огромными этими когтями, шипами и прочими наростами. То есть у людей нет шансов, они очень быстрые. Другое дело Джимми, прекрасный солдат, очень неплохой человек. Есть подозрение, кстати, говорят, что мы с этой базы выбрались. Потому что это был, ну, какой-то, я не знаю, такой прям выход как будто. Удивительно, вообще игра временами дает хоррор. По-моему, это, я не знаю, игра вот, она очень разная. Не ешьте снег. Кстати говоря, я спрашивал там в одной серии, что почему не ешьте снег? А, собственно, потому что... Ого, мы вернулись на базу. Быстро мы. Даже не показали. Даже нам самим идти не пришлось. Привет, народ! Как дела? Ой, надо поменять этот арбалет. Он себя зарекомендовал самым худшим образом. По крайней мере, в закрытых помещениях. Он ужасен. Переключаться на него стоит только в самом крайнем случае, я считаю. А так, снайперка и винтовка — наше все. It's done. The armory is open. Try not to make me regret arming you to the teeth. Jim, I do not know what to say. You have repaid your life debt 100-fold. Please accept this inadequate gift of thanks. It is a magnetic upgrade to your grappling hook, allowing you to connect to select magnetized metal objects. It will give you access to previously inaccessible areas. I found it invaluable in my first colony explorations. Thanks. I can see that coming in handy. There is a magnetized plate nearby if you would like to test it out. There is even something there you might find valuable. Also, my father is in that area tending the greenhouse. He desires to speak with you. Will do, Mira. Я надеюсь, Мира после этого он хотя бы будет относиться ко мне нормально. Потому что он все еще не верит нам. Как так можно-то? Мы же неоднократно спасли его людей. Так, привет. Тенерджи у меня не так, чтобы много. Я думаю, не купить ли нам место на поезд. А, все же не хватает. Ну ладно. Я хочу обратно на Коронис. Честное слово. Так, вот так вот. Моя любимая связка. Это и есть теплица? Так вот, как вы тут выживаете. Прикольно. Так, туда мы пойдем. Никуда не денется. Сначала смотримся. Че растим там? Не совсем понятно. You have done much good for Mira, for my people. But now I must ask for your indulgence. If you would aid an old man needful of closure, in the buried past, amidst the chaos of frenzy, many friends were lost, some known, but others, fates were unaccounted for, mysteries that haunt me, unanswered questions, inaccessible answers. Go where I may not, uncover what you can of four colonists.
set my mind at rest, and faithfully I will share great teachings with you. Ну, информация выглядит важной, поэтому... С одной стороны, конечно, ради каких-то душевных терзаний старого пердуна идти опять к черту на рога, не знаю. Но с другой стороны, информация. Информация это всегда важно. Так, хорошо. А если бы мы купили эту пушку? Было бы печально. А, это спецдеталь, я думал, это пушка. No turning back now. I drew him out, and I let him glimpse me at the relay station. If fortune favors my enterprise, his curiosity will lead him to the truth. After that, I can only hope he is the man of honor I take him for. Так, ну окей. Можно было как-нибудь поаккуратнее, я думаю, спуститься. Короче говоря, все это время за нами наблюдала эта девушка и надеялась, что мы как-то разузнаем правду. Неплохие люди, неплохие. Так, сколько у меня теперь T-Energy? 4700, все равно не хватает. Окей. Так, ну в целом, что я хочу сказать? Давайте выходить. Привет. Ох, як. А там что такое? Привет. Так, ну ладно, там пока не выдают ничего, но похоже это какой-то киоск или что-то в этом духе. Так, ну я думаю, а каким образом эти очки ДНК получаются, через которые мы можем покупать апгрейды у того? Это мне нужно на ДНК пробивать врагов? Так это очень сложно, и я не знаю, нужно ли мне это. Посмотрим. Игра вообще не особо сложная, поэтому многие детали, они в принципе не обязательные. Но если будет возможность, сделаем. Ну что? Sorry, it's a little cramped in here. Wasn't really meant for passengers. I'll try not to make this awkward. Pardon me. Comfortable? It will suffice. Head that way, back towards the lava. Покатаем девушку. I like your collections. I didn't realize you shared my hobby. Oh, just some bric-a-brac to remind me of home. Who is she? Oh, that's my wife, Grace. Let her know I'm okay is pretty much job one right now. She's so beautiful. I didn't realize you had a wife. 10 years Jamie, ago. Jamie. Had a baby boy a year ago. Надо было спрятать. God, приударил бы за девчонкой. And you left her to come here. Если вы понимаете, о чем я. Her and Hank. Things were getting harder, and it was an opportunity I couldn't turn down. I see. Прикольно, вот эти детальки, они же, я не знаю, по-моему, это очень круто. Проработка вот этого всего. Я не думал, что мы еще кого-то будем катать на своем роботе. Хорошо. Jim, I know you are a man of honor and great loyalty, so it pains me to ask this of you. But you must not tell the men of Nevik about us. You must not tell anyone we're here. Рот, ты что, не открываешь? Are you serious? How am I supposed to make a place for your people if nobody knows you exist? You don't know the risks I have taken just in trusting you. I can see your nature, but Nevik... If the corporation learns their lost colony had survivors, after all the pains they took to keep it secret, they would start asking questions, demanding answers. And sooner or later, they will come to take what they think is theirs. Look, I know not everybody has the nicest things to say about Nevik, but Braddock's a good man. I trust him. You do? And he trusts you? I think he does. Then, why did he lie to you about the first colony? Well, I'm gonna have to ask him about that. Until you know? Until you would stake the lives of your family on his loyalties?
I ask only that you do not stake the lives of mine. Так, Мира, посиди тут, пожалуйста. Ах, ладно. Я хотел пристрелить этих надоедливых жуков. Уходим отсюда, опасное место. Так, и получается... Да, я думал, у нас тут тупик, но нет, новое место. Серьезно. I think you know the way from here. If not, I've marked it on your map. Soon you'll be back in radio range. There is one last thing. Our water purifiers are almost 50 years old. If you can locate a replacement for the one I left in your cockpit, it would be another small step. That and I would be grateful. Ну ладно. Всего хорошего. Да что ж такое, моя магнитола все еще не работает. На базе надо будет ее дать починить этому парнише. Я уж не помню, как его зовут. Давненько не играл. Неужели мы наконец возвращаемся на... О! Вышел. Неужели... Мы наконец возвращаемся на базу. Я не думаю, что это будет близкий путь, но мы, по крайней мере, двигаемся. Так, это мы сейчас находимся на пике... Пике Шеклтон. Так, то есть они вот с этой стороны... Ладно, понятно. Идем на Коронис. А что у нас за второе задание? Так, найти напоминание о Юра Кацураге. Надо обыскать местность, где я впервые обнаружил первую заброшенную станцию. Там, за оврагом Маршалла. Хм. Хорошо. Okay. This looks familiar. Сначала вернемся на Коронис, а потом уже займемся всем этим. Так, ну тут мы поднимались наверх к этому ретранслятору и запускали его. Так что не так уж и далеко идти осталось. Hi again. Kinda thought I'd have heard from you by now. Maybe you didn't get my last message? With Hank and the walking? And yes, I realize you can't answer me. Just answer me, okay? Хорошо. Как там наша доктор? Давайте проверим. Скорее всего, сидит, занимается своими делами. И дверь не откроет. Да, очевидно. Ну ладно. О, какой ты красавец. Супер крутой мега-робот. Что может быть лучше? Красиво. Я думаю, многие из этих сайд-квестов могут быть реально интересны, поэтому я предлагаю... Что? Ну вот, я иду сюда, почему мне отмечает назад? Подожди секунду. А не предлагается ли нам пойти по сайду куда-нибудь? Может, там что? На самом деле я знаю, что там. Там проблема.
Но мы проверим более тщательно. Иначе зачем нам давали открытый мир? Тут не альбиносы? Не альбиносы, конечно, но тоже пригодится. Где-то близко что-то я чувствую. Ничего страшного. Костюм защитил нас. Так, вот она. Хорошо. А, держать надо. Ну и отлично. Вот и ладненько. Теперь деньги будут притекать, прибывать чуть больше силы. Хотя, честно говоря, наугад шел. Я не понимал, что это за звук, но я понимал, что к чему-то подхожу. Окей, ладно, уходите. Уходим отсюда. Я, конечно, надеялся найти альбиносов, но я думаю, это не с горами, мы их найдем. Я в этом даже не сомневаюсь. Это моя лапочка. Ах, вот ты где. Иди сюда. Давайте пополним патроны на всякий. Мало ли какая заваруха у нас еще будет. Все, и двигаем отсюда. Кажется, грядет буря. Да, сейчас этот перекресток опасный будет. Неприятное место. Хотя, пособираем ДНК. Или просто порвем всех в клочья. Вы знаете, после всего вот этого вернуться сюда — это реально как возвращение домой после долгого путешествия. Хотя места, конечно, не самые приятные, но тем не менее. Наш проход. Куда еще тут можно пойти? Да что-то, честно говоря, не уверен, но туда возможно. Просто посмотрите на это грандиозно. Что-то есть. Мы можем отсюда туда попасть, нет? Мы можем, по крайней мере, пустить трос. Или не можем. Так, если попробовать обойти оттуда. Или вот отсюда. Нет. Есть подозрение, что и отсюда не получится. Mayday, mayday, mayday. All units, this is Coronis. We are under attack by Agrid Swarm. Large quantities need backup. Does anyone copy? Over. Идем. Flying to assist. Be there ASAP. Holy cow, Jim, is that you? I don't know how you're alive, but we need you, brother. Hurry, Corona's out. Спешим. Наши парни в опасности. Не знаю там насчет Невека, но, по крайней мере, ребята, с которыми я там работал, они нормальные. Кроме, может, этого французика, он какой-то скользкий типок такой.
бесит просто. Ghost flyers coming in from the interior canyon. Markham, can you assist? No can do. We've got our own problems in the rack area. Hutchings, can you assist in the deck area? Hutchings. Anybody? It's Jim. The cavalry's arrived. Не волнуйтесь, все будет как надо. Yes, yes, kick him in the air. А у вас что, пушек нет, что ли? Какого черта, я один решаю эти проблемы. Да, на мух охотиться, конечно, с помощью робота, это не особо хорошо. Так, денежки. Откуда у вас тут столько? Откуда вы взялись вообще? Огонь. Jim Payton in the house, ladies and gentlemen. Hey, на, получи, получи. Sit tight, kid. I'll be right there. Jim, you're back. That's awesome. Please come save my ass. Так, быстрее в робота. Я не знаю, как мне с помощью робота бороться с этими тварями. Это будет печально, я считаю. Но мы должны что-то делать. По крайней мере, отсидимся. Или мне кажется, сначала все-таки этих надо убить. Еще. Хорошо. Да, сейчас потерпи, все будет. Они просто не прекращают налетать. Так, там лифт не работает? Да, судя по всему, не работает. Побежали сюда. Давайте, парни, давите их. Вы могете, я знаю. Вы справитесь, а мне пора. Вот так, стреляйте в них. Так, хорошо. Что-то вообще какая-то серьезная заваруха пошла. Не знаю, откуда оно все набегает, но... разберемся, я думаю. О-хо-хо! Какого же черта? Как? Как вы сюда пробрались? Крепись, чувак. Они просто лезут. Вот сейчас мне бы не помешал дробовик. Хотя пусть лучше будет винтовка на случай чего-то покрупнее. Бежим, спасаем Гейла. Так, не отсюда. С дороги, тварь! Ох, сколько у вас тут! Лежать. Well, ain't that a kick in the teeth? My favorite customer is alive. I'm just in time for the party. Here they come. Show me what you got. Not bad, вот это тир так тир. Okay, okay, you better get going. I can handle myself here. Да, у тебя пушка есть, я думаю, ты справишься. Ну, оптимально. Что еще тут скажешь? Оптимально. Что-то как-то ты странно справляешься, нет? Они прут и прут. Ладно, справится так справится, его проблема. See you later, Jim.
Пока. О-хо-хо-хо, молодец. Вали его на бок. Да закрой ты уже как-нибудь эту штуку. На, на, получи. Смотри, они не хотят вообще сдаваться, я смотрю. Ладно. Looks like that's the last of them. Whew. Jim, we need you back on the main deck. More bogeys on approach. On my way. На, покой нам только снится. Dude, what if they come back? Don't worry, pretty gamin. I'll stay here for protection. Ah, oh, that's sweet, man. I didn't know you cared. Ha, as if I trust you to guard my rig. See what he did there? Man, guns are loud. Так, ладно, пойдем. А там есть выход? Сомневаюсь. Ладно, пойдем обратно. Тем же самым путем. Че-то как живой? Нормально все? Патроны полные. Хорошо, так. Есть какое-то предчувствие, что сейчас придет что-то большое, поэтому, может, надо было взять арбалет против них. Арбалет, по-моему, шикарно работает. Ну, я думаю, разберемся, если что. О! Вот против этого арбалет бы не помешал. Хотя нет, это оружие лучше. Потому что самый страх от них, когда они подбирают сходную. Хватит висеть в воздухе. Еще смотри. Ты прячешься от меня за моим роботом, да как ты смеешь? Свидания. James, this is Roman. Do you read me? Is it true you're here at Corona's? Doc, what are you doing back here? I heard the same distress call you did, no doubt. Been trying to find out what's causing this frenzy, and I think the answer's in Kenny's lab. But we need more firepower to punch through. Roger that. I'm inbound. Так, хорошо, понял. Двигаемся обратно. Вроде справились. А что это там такое? Патроны? Без патронов переживем. Хорошо, что там этот ученый опять намудил? Не знаю. Явно из-за него все высоколобы. Как обычно, глазки закатят, слюнку пустят и как начнет заворачивать, о чем попало. Тут уже. Да вы издеваетесь, что ли? Давай. Лезь. Хорошо, это шотган. Познакомьтесь, твари. Осторожно. Так, мне нужно в бараке. Держитесь, парни. Воу. Да, сейчас, подожди. Тут ты видишь, что творится? Их просто куча.
еще ползут. Так, патроны. Ты как, чувак, нормально? А, ты девушка? Беги. Давай, беги быстрее. Фух. Вроде маленько почище стало. Прячься, беги куда-нибудь. Не стой, тут тебя сожрут. Где вся охрана вообще? Какого черта? О, тут потяжелый, походу. О, ненавижу этих тварей. Ну да ладно, оружие как раз под них. Сейчас мы тебя рикошетом. Открывай. Конечно, там посечем сейчас своих рикошетами. Надо быть поосторожным. Да открывайся уже, ну. На, получи. И, кстати, да, я знаю, что своих убить нельзя. Это я говорю для отыгрыша. Бежать. Нравится? На, лови. Еще есть кто? Давай, 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 уже сейчас подбежит сюда. Это была ошибка, по-моему, нет? Ну, давай. Да на, получи, да что ж вы такие? На, в клочья, тварь. Че ж ты вылез-то? А ты пол... Так, хорошо. Собираем Т-энерджи. Смотри, отовсюду эти подкопы просто. Где все люди? Я надеюсь, их не сожрали. Ох уж эти ученые. Здесь мы еще не были, если что. Ненавижу эти штуки. А! Your cooperation is appreciated. Please remember to report any indigenous life forms within the station to the appropriate center. Have a good day. Да. Ой, на движение уже стреляю. James, over here. Listen. Your resident super genius built some kind of experimental machine that's drawing the acrid here and agitating it more than usual. Приманка, манок. Why would Kovach build something to cause this? You're asking the wrong scientist. See the quarantine room in the center of the lab? Right through the glass there?
You blast your way in and put a stop to this mess. We'll keep him off your tail. Хорошо, теперь понятно, почему этой дамочки не было на ее базе. Ну что, пойдем. Тихо, тихо. Ты посмотри, какая пакость. Они кругом тут, да? Jim, good heavens! How long have you been not dead? Oh, you're just in time to witness my breakthrough. Isn't this spectacular? Look at them all. Ты идиот, что ли? Придурка кусок. Дверь открой мне. Удивительно просто. Ага. Сейчас все будет, вылазь. Залазь обратно. Смотри, беснуется, да? Оп. Так, я думаю, такие патроны надо поэкономить маленько, нет? Что-то уже настрелялись, и, в принципе, они, конечно, себя неплохо показывают. Но стоит денег. Но эти, конечно, послабее, да. Разлет больше. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, и что мне с тобой делать? Явно не тот метод, который нам нужен. Я прослушал просто, там экшон такой шел. Что-то даже не знаю. По-моему, это глупо. То, что я делаю. Ладно, дедовским методом вполне себе неплохо получилось. Prototype was quite unnecessary. I'm sure I only needed to adjust the frequency. Yeah, sorry for the inconvenience. Hope saving your life didn't put you out. Oh no, I forgive you. I know carnage and mayhem is part of your nature, and without it, you just wouldn't be you. Or nearly as useful to me. You made a device. That can drive the acrid crazy. Well, I would need to run more experiments to know for sure. Establishing a baseline of sanity for these creatures might be prohibitive of itself. Nevertheless, I'm glad the base was able to witness my breakthrough. What, you telling me you did this on purpose? No, not at all. But the experiment is still a resounding success. The acrid were influenced. Don't you see? I figured out how they communicate and I've replicated it. In the course of dissecting many varieties of acrid, I found a receptor that they all had in common. You might understand it as sort of a biological radio receiver, but you'd be stupid because it's vastly more complicated than that. T-energy is an unusual element with uniquely resonant electromagnetic properties. It's more than blood and energy, it's how the acrid coordinate with each other. It seems I found a vibration frequency that puts them in an agitated state, which is of limited use itself. Ох, как ты грузишь, а? What else we might be able to do with this? If I can find the wavelength that would calm the acrid and render them docile, then harvesting T-energy in the quantities we require. Все, понесло, 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 смотри. Such as designing a sufficiently massive slaughterhouse. Yeah, I'm gonna go ahead and leave you there. Молодец. Okay. I actually think better in confined spaces. Этот идиот только что чуть не разнес всю базу. Нет, этот идиот только что разнес всю базу, по сути. Это, по-моему, нехорошо. Я не знаю, его, по-моему, следует закрытым держать. Тому повезло, что он заперт, потому что он единственный выжил.
Ну и что, в итоге мы отбились, и я предлагаю на этом завершить серию, потому что экшена и интересных событий хватало, было довольно интересно, и я, честно говоря, очень рад вернуться на Коронис, потому что я по нему соскучился. Не знаю, как мы уладим вообще трение между сторонами, то есть между аборигенами, я их так называю, то есть забытыми, и между Невеком, я не знаю, потому что обе стороны крайне не доверяют друг другу. Ну, одна сторона вообще не знает про другую, честно говоря. Но я думаю, как-то это все разрешится в ближайшем времени. Посмотрим. Надеюсь, вам понравилось, потому что игра меня очень радует. Надеюсь, вас тоже. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.